Всем-всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Вахтина. Мне 36 лет. Замужем, двое детей. Обычная нормальная семья, да? В общем, с чего хочу начать? С того, что я безумно рада, что сегодня здесь стою, что я с вами встретилась. Первый раз я на встрече проекта Fiberglycol Night. И очень-очень прошу меня поддержать, если я что-нибудь прямо не то. По команде тоже в двух словах скажу, что открытое звание директор. 236 человек в команде у меня. Товарооборот 360 тысяч рублей. Ну что обычно ждут от человека, который выходит на сцену в новом статусе? Каких-то советов, каких-то методов, фишек, секретов. Я просто расскажу, чем работаю я, чем пользуюсь я, и немножко дам советов новичкам. Я работаю теплым кругом, Вообще теплый круг — это самый мой любимый метод. Почему? Потому что когда вы общаетесь со своими друзьями, со своими знакомыми, со своими близкими, это безумно приятно понимать, да, что вас поддерживает ваше окружение. Просто надо к ним найти хороший подход, правильный, да, если кто-то думает, что вас пошлют куда-то, да, если вы будете предлагать что-то, то вы ошибаетесь. Просто нужно начать действовать. Также мы работаем с командой личным брендом, тоже классный метод. От него получаем много-много положительных эмоций всем, да, кто ведет личный бренд. Пытаемся им работать. Не скажу, что в идеале, но пытаемся. Спам одноклассникам. Ну, вот как-то так, вот этими методами мы работаем, росли до директора. Есть у меня еще там минут. Росли до директора, ну, когда работаем, когда не работаем, если бы работали каждый день регулярно, то здесь бы стоял со мной уже не один директор, и я бы не в этом статусе. Все впереди, однозначно. В связи с этим я что хочу сказать? Ну, наверное, новичкам. Директор, это каждый вам скажет, любой, да? Что все, кто приехали сюда, да, в статусе ниже, да, там 6%, 9%, 12%. Девчонки, вы уже поверили как бы в сетевой бизнес? Девчонки, мальчишки, вы поверили уже в сетевой бизнес? Верите, что здесь можно заработать? Видите, как классно, здорово, да, у нас в проекте, как у нас вообще, ну, мне правда очень здесь нравится, и уверена, что вам тоже. Верьте в себя, верьте в свои действия, верьте в то, что вы делаете, обязательно. Обязательно прислушайтесь к своим наставникам. Если бы я не прислушалась, я бы сегодня не стояла сегодня в статусе директора. Своим наставникам. Да. И еще, ну вот такой момент я хочу сказать, что на каждой встрече, а я езжу очень, ну как, не то что часто, но езжу, я стараюсь посещать предприятия, компании, ну проекты, первый раз, компании, да? Если есть какая-то возможность поехать, я стараюсь всегда там быть. И мотивирую свою команду всегда быть на таких встречах. Потому что и я могу что-то услышать от человека вообще, да, с другой структуры, что-то меня может замотивировать. И также мои лидеры. Я им могу говорить одно и то же каждый день. Они услышат от другого человека то же самое, приедут и скажут мне с такими большими глазами, что знаешь, что я узнала? Да? Что надо каждый день, оказывается, это все делать. Вот этот момент. И ну, по именам сегодня не буду называть, но я многим-многим с нашего проекта хочу огромное спасибо сказать просто за то, что когда я к вам подхожу, прошу поделиться, прошу рассказать, да, какие-то фишки свои, что-то, да, ну, никто мне не отказал, никто. Я в проекте с декабря 2021 года, 16 года. Все, ну вот на самом деле, я, может быть, где-то наивная, но я на самом деле верю, что у нас это семья. У нас так здорово. Я прям всем спасибо, я всех очень люблю. Спасибо.